пасеки округа отмечены на интерактивной карте на портале Подмосковья. Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что при покупке меда на подмосковных рынках и в торговых комплексах покупатель всегда может попросить у продавца заключение экспертизы, которая гарантирует безопасность продукта. Всего в регионе зарегистрировано более 500 пасек, большинство из них имеют статус личного подсобного хозяйства. Около 10% специально оборудованных мест содержания медоносных пчел принадлежит сельскохозяйственным организациям, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам.